Всем привет! С вами канал Imagine Fitness и я ваш тренер Наталья. Сегодня у нас новая кардио-тренировка по принципу Табаты. У нас будет 5 упражнений по 8 повторений. Также хочу напомнить о нашем онлайн-фитнес-марафоне, в котором участники в течение 21 дня приводят себя в форму, начинают правильно питаться и приходят к намеченной цели. Все подробности под видео, а мы начинаем! Начнем с разминки. Марш с правой. Подключаем руки. Пружиним коленями и работаем ногами. 4, 3, 2. Правая назад, подставили. Левая назад, подставили. Выпады. Низко не садимся, буквально чуть-чуть. Руки перед собой или можете ставить их на поясе. Еще так же. Оставьте плечи ровно, таз ровно. Колено направляем в пол, но низко не садимся. Еще 4, 3, 2 и марш с правой. Правая. Постепенно поднимаем пульс. У нас сейчас будет приседание. Будем начинать направо, а затем налево. Нога правая в сторону. Готовы. 4, 3, 2, начинаем. Сели, подставили. Лево, подставили. Здесь тоже можете особо низко не садиться, буквально чуть-чуть. Но не забывайте таз подавать назад. Также руки перед собой или на пояс. И корпус старайтесь удерживать в вертикальном положении. Вниз вдох, наверх выдох. Не широкий шаг. Не забывайте разворачивать стопы и раскрывать колени. Вдох и выдох. 4, 3, выпад назад. Вниз, сейчас глубже садимся. И попробуйте добавить одноименную руку наверх и вниз. Смена и вниз. Не заваливайтесь вперед. Вот здесь углубляйтесь, изгибайте два колена. 4, 3, 2, наклон на заднюю поверхность бедра. Правая назад, подставили, левая назад. Вы чуть отставляете ногу и слегка сгибаете опорное колено. Корпус наклоняете вперед и чувствуете стретч задней поверхности бедра. Здесь же вы можете добавить руку. Тянемся вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Всегда раскрываете плечи. Ногу далеко не отставляем. И переходим на шаг. Правая. Если готовы, можно чуть-чуть ускориться и сделать небольшой бег. 4, 3, 2, побежали. Если вам тяжело бежать, вы также можете продолжать шагать на месте, но при этом работайте руками. Готовы? Ноги в стороны и вместе. Небольшой прыжок. В стороны, вместе. В стороны, вместе. Всегда пружиним, и вы стопы ставите в пол. Низко не садимся. Как опция, просто шаг, подставили, шаг, подставили. Или продолжаем в стороны вместе. Еще 4, 3, 2 и шаг, дышим. Сделайте вдох и плавный выдох. За правую руку потянитесь наверх, потяните правую сторону. Отсюда вдох и на выдох другую. Переднюю поверхность бедра. Подготовьте мышцы и связки сустава к работе. Другая нога. Задняя поверхность бедра. Попружините вниз. 2, 3, 4. Еще 4, 3, 2. И меняем. 8 раз. Стопы оставляем на полу. И наверх. Еще раз сделайте вдох
И выдох. Ну что, переходим к основной части тренировки. Первое упражнение. Поставьте стол пошире. Приседания с полупальцами. Готовы? Вниз, подъем. Здесь темп можете регулировать сами. Можете работать чуть спокойнее или немного побыстрее. Главное в конечной точке вам отрывать пятки от пола. Выдох, выдох. Дышим. Это была первая часть. Таких еще 7. Встряхните ноги. Если вам легко, вы можете чуть ускориться. Готовы? Поехали. Всегда приседайте, таз толкайте максимально назад. Опускайте стопы в пол. И верхние точки не забывайте прожимать ягодичные. Дышим. Вы уже почувствовали напряжение в ногах. Быстренько их потяните. Третий круг. Готово. Начинаем. Вы как будто бы выстреливаете пол наверх. Старайтесь верхней точки колени не блокировать. Вы оставляете себя чуть согнутыми. Отдыхаем. Вам уже хорошо? Мне тоже. Это только первое упражнение. Готовимся. Поехали. Вы можете ускоряться, как вам удобно. Молодцы. Давайте, давайте, чуть-чуть. Дышим. Вдох, выдох. Еще так же. Готовы? Собрались? Поехали. Ну, можешь так не делать. Без прыжка. Просто садимся и поднимаемся наверх. Молодцы. Отдыхаем. Встряхните, встряхните ноги, подышите. Если есть вода, быстрый глоток и продолжаем дальше. Готово? Начинаем. Руки не забывайте, как удобно. Можете взять их перед собой. Можете поставить на пояс или работать с руками. Вдыхаем. Встряхните, встряхните ноги. Поехали. Колени не забываем раскрывать. Садитесь. И мягче приземляемся. Дышим, дышим. Поехали. Все легко. Это было первое упражнение и первый раунд. У нас отдых 1 минута. Ну что, осталось 30 секунд. У нас второе упражнение. Это отжимания. Вы отталкиваетесь руками от пола. И затем весь тело переносим на руки и отжимаемся. Опять назад и вперед нажались. Здесь мы максимально проработаем плечи, мышцы груди, мышцы спины. Если готовы, давайте морально подготовимся, только физически. Потяните руки, плечи. Всегда выгибайте колени. И всегда сгибаются локти.
Готовы? И поехали. Таз назад, вес тела перенесли на руки. Таз назад, вес тела на руки. Опция. Отжимания можно делать с колен и оттягиваться также с колен. Дышим. Стряхните руки. Это был первый раунд, остался второй. Ну и еще остальные 7 раундов. Готово. У вас есть тело в переднем положении на руках. Локти раскрываются в стороны. И когда садитесь, таз не вниз опускаете, а толкаете его наверх. Дышим. Стряхните руки. Если также чувствуете, еще мышцы ног. Скорость варьируйте. Готовы? Поехали. Здесь еще главная задача. Вы тянетесь не шеей к полу, а грудью. Вспоминаю, опция с колен. Отдыхаем. Потяните кисти. Готовы? Работай. Вдох и выдох. Стоп. Давайте, вы можете. Все очень легко. Готовимся. Поехали. И назад. И вперед. И назад. Стопы близко друг к другу не ставьте. Поставьте их параллельно бедрам. Дышим. Еще немного. Готовимся. Не умираем. Давайте вместе со мной. И до конца. Дышим, дышим, дышим. Быстро попили и готовимся дальше. Последний раунд. Еще чуть-чуть. Чувствуете силу в руках. И начинаем собраться. И назад. И вниз. Стоп. Не пугайтесь, мы еще отдыхаем. У нас третье упражнение. Нам понадобится коврик и свободные веса. Если у вас есть гантели, возьмите ее или диск. Также можно взять книгу. У нас будет упражнение на пресс. Мы ложимся на спину. Руки держим перед собой. Поднимаемся наверх и делаем жим над головой. Садитесь на ягодичные. Если ноги тяжело держать в таком положении, вы можете поставить стопы вместе и колени врозь. Вы также поднимаетесь наверх и опускаетесь вниз. Если очень тяжело работать с весами, работайте вообще без весов. Вес нужно работать на максимум. 8 раундов по 20 секунд. Если готовы, давайте ложимся. И поехали.
Пробуйте разные варианты ног. Стопы на полу. Или стопы вместе, как не бросить. И отдыхаем. Старайтесь меньше сдавать инерцию руками. Вы работаете прессом скомпонованно. Поднимаетесь наверх и также опускаетесь вниз. Готовы? Поехали. Выдох. Выдох. Не заводите руки назад. Удержите их перед собой и над головой. Верхнее положение. Вытягивайте локти. Дышим. Если поехали вперед, ничего страшного, подвиньтесь назад. Третий раунд, третий круг. Ложимся. Поехали. Доделаем. Отдыхаем. Готовы? Начали. Дышим, дышим, дыхание не задерживаем. Только ушли в пол и сразу же поднимаетесь наверх. Отдых. Работайте не шеей, работайте прессом. Опустились, не расслабляйтесь до конца. Сразу же подъем. Работаем. Еще, еще, держим темп. Отдых. Вы также можете соревноваться со своим мужем, женой, с детьми, с другом или с подругой. Ложимся. Поехали. И не посоревнуйтесь со мной. Полная, полная амплитуда вниз и наверх. Доделаем. Отдыхаем. Как ваши дела? Ой, да вы не устали. Ну что вы придумываете? Вы же меня теперь любите. Я же ваша родная. Поехали. И отдыхаем. Поехали. Не сдаваться. Это всего лишь третье упражнение. И сотый раунд. Стоп. Ну что, у нас осталось примерно 30 секунд. У нас четвертое упражнение, четвертый блок. Сейчас не пейте много воды, потому что будем подпрыгивать наверх, чтобы вас на чем-то не влекло. Это еще упражнение. Ноги в стороны, крест. В стороны, крест. Прыжок. Одна нога вперед. Затем вторая. Опция. Также крест. Можете просто подпрыгивать наверх. Готовы? Тренировка на ноги. Три, два, начинаем. Темп также свой. Старайтесь делать все мягко.
или просто наверх. Отдыхаем. 10 секунд. Покошите ноги. Это нормально. Не прыгайте в пол. Всегда прыгайте наверх. У нас второй круг. Погнали. Легче, легче, легче. И руками, руками помогаем. Или опция. Дышим. Ходим, дышим. Потяните ноги. Начинаем. Или наверх. Отдыхаем. Встряхните. Дышим, дышим. Пятый раунд. Начали. Дышим. Хорошо. Осталось чуть. Начинаем. Опция. Сложный вариант. Дышим. Осталось чуть-чуть. Поехали. И наверх. Или опция. Еще чуть-чуть. Еще один. Отдыхаем. Чуть пошутила. Еще два раунда. Готовимся. Поехали. Есть опция. Не забываем. Дышим. И вот остался последний, самый мощный. Начинаем. Все. Ну вот, у нас остался последнее упражнение, последний мощный раунд. Как вам после всего этого упражнения? Я думаю, вы максимально согрелись, максимально сбросили все лишние калории, все лишние накопления, и мы готовы двигаться дальше. У нас 20 секунд. Упражнение также на мышцы спины, плечей и трицепсов. Вы поднимаете корпус, две ноги наверх, затем делаете упор на руки. Отжимания на трицепс. Опять две руки вперед, две ноги наверх. Отжимания на трицепс. 8 раундов, 8 прекрасных сетов, финальное упражнение. Готово. Опция. Если тяжело отжиматься с прямых ног, поставьте колени в пол. Стоп, дышим.
Всегда руки ставьте ближе к себе и локти заводите вдоль корпуса назад, не перед собой. Ближе. Вы как будто бы руками протираете майку. Поехали. Наверх вдох, вниз выдох. Наверх вдох и выдох. Опция с колен. Тогда делайте упражнение на спину. Максимально поднимайте корпус и две ноги от бедер. Отдыхаем. Постарайтесь ни колени сгибать, а ноги от бедер напрягайте ягодичные. Третий круг. Также скорость регулируется. Можете работать чуть медленнее или чуть быстрее. Дышим. Вы уже чувствуете трицепс и чувствуете спину. Начали. Ничего страшного, если сначала вы поставите ноги, а потом будете только поднимать корпус. Главное, делайте отжимания. Дышим. У нас половина. Давайте же прибавим скорость и будем еще мощнее. Постарайтесь плечи опускать, голову не запрокидывайте наверх. Когда опускаетесь вниз, не плюхайтесь. Спокойно сгибайте локти и спокойно опускайте корпус. Отдыхаем. Меньше половины. Три круга. Три, два, начинаем. Можем, можем, можем. Стоп. Подышите. Встряхните руки. Еще чуть-чуть. Начинаем. У нас остались финальные. Нужно собраться, и вы это сможете. Как готовы? Поехали. Доделать, доделать. Не чувствуем боли и не думаем о боли. Думаем о том, как вы становитесь сильнее и выносливее. Финиш. Наша тренировка подошла к концу. Надеюсь, вы хорошо позанимались. И если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Но также не забывайте записываться на наш онлайн-фитнес-марафон. Все подробности вы можете увидеть в ссылке в описании. Ну а я буду ждать вас на следующих тренировках.